Всем огромный привет! Забрала я свой заказ в компании Avon по 14 каталогу. Каталог выглядел вот так, правда, я показываю фокус. Получила я уже 15 каталог, очень симпатично выглядит. Вы знаете, вот эти цветочки прямо, по-другому покажу, прям как 3D, так смотрится интересно, выпуклые прямо. Ну ладно, речь не об этом. Давайте я покажу то, что заказала я, мои подружки, мои знакомые. Было кое-что интересное в заказе, и мне не терпится этим поделиться. Начну издалека. Это гели для душа. У меня подружка любит именно гели для душа брать в Avon, потому что они очень экономные, пенятся хорошо. Первая она взяла 500 мл антистресс. Тут иланг-иланг и пачули. Приятный такой аромат, мне он понравился. Второе она взяла «Дивная сказка», его, я не знаю, мне кажется, все уже знают. Аромат сандалового дерева и ваниль. Это кремовый уже гель для душа. Ну, приятный очень аромат. Так, давайте я их сразу туда подальше, к новому каталогу. И третий гель для душа, которому она вообще не изменяет. Это «Морская лагуна», освежающая гель для душа. Он идет гелевый, не кремовый. 250 миллилитров. То есть этот она берет постоянно. Я сама его очень люблю. Ну, он у меня не в любимчиках, но мне этот аромат очень нравится тоже. Далее. Дезодорант мужской взяла моя сестра. Это является новинкой. Он шел за 169 рублей по каталогу. 72 часа защиты, максимальный эффект. Но как бы написано, все хорошо. Антиперспирант. 0% спирта, что немаловажно. 150 мл. Вот такой дезодорант. Надеюсь, понравится. Новиночка. Обновили в Avon серию Advan Technics. У меня подруга пыталась найти спрей, которые были в этой линейке. Ну, знаете, там для сияния был один, термозащита и для объема. Ну, решили мы, что она ищет вот этот, либо их еще не переиздали. В общем, взяла лосьон спрей для тонких волос. Так, где тут? Вот. Лосьон спрей для тонких волос с коллагеном, максимальный объем. Вот так выглядит теперь эта линейка. Очень симпатично, мне кажется, очень дорого смотрится, красиво. Аромат полностью тот же, но я так понимаю, что все то же самое осталось, только вот новый дизайн упаковки. Мне в свое время понравилась новинка, это сухой шампунь, его тоже переиздали, он стал вот такой симпатичный. Надеюсь, ничего в нем не изменилось. Кстати, крышка осталась прежняя, розовая. Работает, надеюсь, тоже хорошо. Давайте я покажу, вот такая помпа, сейчас потрясем и пшикнем. Ну вот видно даже по крышке, белого налета нет, значит работать будет хорошо. Я волосы пшикнула и вдохнула. Аромат не ядовитый, конечно, но знаете, вот как лак для волос в горло, когда попадает, так першить начинает. Вот от него такая же реакция. Я тут как раз вдохнула. Я волосы крашу в темный каштан, поэтому волосы темные, и мне вот эта вот белая пыльца на волосах совсем не нравится. А в Avon он, конечно, не на пятерку с плюсом работает, потому что не так много вот этого талька, но работает достаточно хорошо, и если нужно по-быстрому освежить на какое-то событие быстро голову, то он работает хорошо. Я его повторяю, эту покупку, осталась первым довольна. Далее, подруга у меня взяла, теперь так и буду кашлять, взяла себе зонтик. Вот единственное, я не помню, он был новинкой или нет, вот он шел в таком пакетике, каталог я с собой не взяла. Вот такой небольшой, вот моя рука, у меня женская рука среднего размера небольшая, то есть зонтик небольшого размера, наверное, есть где-нибудь его данные, ну, вот так быстро не вижу.
Вот так вот он смотрится. Открывать я его не буду. Просто покажу, как смотрятся цветочки. Видите, где-то густо, где-то пусто. Но такой вот он нейтральный, весенний. Не яркого цвета, а скорее немножко приглушенного. Вот. Но открывать не буду, потому что уже не закроешь так хорошо. А хочется все-таки, хоть и подруга, но отдать в товарном виде. Сам зонт интересный. Кстати, вот я единственное не посмотрела, как он открывается. А, ну открывается он вручную. Кнопок нет. Открывается, получается, вручную. Ну, симпатичный зонтик. Под серый плащ, под розовый плащ. Ну и куртки, соответственно. Под пальто такого вот оттенка. Будет красиво. Следующий, давайте пройдемся по ароматам. У моей сестренки клиентка, у меня сестра маникюрных дел мастер, клиентка постоянно заказывает через нее, у меня так сложно, Incandescence аромат. Настолько она его любит, у меня Катя говорит, что как входит, вот прямо вот от нее всегда пахнет Incandescence. Вот знаете, бывает люди, у которых один аромат на века, это их, и вот если человек прошел по аромату, можно понять, что он тут был. Вот это как раз про эту девушку. Вот так выглядит флакон. Очень симпатичный флакон. У меня Incandescence есть, но 30 миллилитров. Мне дарила Викуля Оленева. Спасибо тебе, Викуль. Аромат очень-очень приятный. Красиво звучит, он красиво на теле раскрывается, но мне понравился. Так, ну если по ароматам, то в фокусе к 14 каталогу есть новинка 15 каталога. И тут предлагается, в общем, Кинзо, так, как ему фамилия? Такада, Кинзо Такада, специально для Avon разработал два аромата. Ну, я так понимаю, эксклюзивно, по крайней мере, для Avon разработал женский и мужской. Ароматы выглядят вот так. 990 рублей каждый аромат, и каждому аромату по 5 пробников женского и мужского. Я себе не взяла, но его заказала через меня Наташенька. Тата Матата, Натуль, привет тебе огромный. Я точно знаю, что ты смотришь. И буду буквально на днях ей высылать ее заказ. Я вам могу показать, но показать только коробочки, потому что ароматы не мои. Как они выглядят, могу показать только здесь. И так, сейчас я их тут найду. Вот они все пробнички. Женские и мужские. 10 штучек. Я себе заказала вот такой пробник. Его можно было взять за 40 рублей. Вот его я потестировала, женский. Давайте я прочитаю сначала нотки, а потом вам расскажу свое мнение. Женский аромат. Цветочно-древесный. Радостная композиция из нот водной лилии, фиалки и ириса. Для бесспорного очарования, которое длится весь день. Вы знаете, вот фиалку я чувствую. Это очень стойкий аромат. Я его нанесла часа 4 назад на запястье. Очень ярко он до сих пор звучит. Он так интересно раскрывается. Аромат сложный, красивый, но в чем-то и тяжелый. Я думаю, он не очень подходит для помещения. Ну или знаете, как дома, например, подушился, прошелся по улице на ту же работу в офис, и потом он уже раскрылся и не такой яркий. Но аромат красивый. В нем есть небольшая сладость, и больше он цветочный такой. Знаете, как фиалка. Вот есть домашняя такая фиолетовая, она ароматная такая фиалочка. Вот такие вот сладкие цветы. Понравился. Мужской
аромат я потестировала в пробнике у Наташеньки. Она мне сказала, тестируй женский, мужской. Ну, женский я себе взяла, а мужской взяла у нее потестировать. Тут говорится, это древесно-ароматический уже аромат. Яркие, свежие, изысканные ноты черного перца, листьев фиалки и кедра остаются с тобой весь день. Мужской тоже на себя нанесла. Мне он больше понравился, когда уже раскрылся и когда немножко выветрился. Но в целом аромат красивый, ярко чувствую кедр. Фиалка, цветы-то я знаю, как пахнут, а как листья пахнут фиалки, я не знаю. Вот. Больше про них не скажу, это надо все-таки тестировать лично каждому, потому что ароматы — это такая индивидуальная вещь. Они, ладно, звучат по-разному, их слышат по-разному, и они раскрываются по-разному на каждом человеке, поэтому про них долго говорить не буду. Но с огромным удовольствием потестировала. Вот так выглядит сам Кензо, как я уже показала. Спасибо ему, что решил посотрудничать с Эйвон. И у нас есть такая возможность потестировать от него ароматы. Следующее, что было в заказе. У меня тоже знакомая заказала помаду из серии «Люкс». В каталоге она стоила 339 рублей. Вот в таком. В такой упаковке. Вот так смотрится помада. И я вам покажу только вот так вот стик. Так, помаду она взяла, по-моему, розовая парча. Если вот. Так, у меня тут отсвечивает. Я не знаю, получится ли мне. Я, наверное, вот так покажу, что я. Да. Вот так. Pink Satin называется. Видно, да? Потому что тут бесполезно показывать. Очень красивый, нежный такой нюдово-розовый оттенок. Если ярко любите акцент делать на глаза, то вот такие губы будет очень-очень красиво смотреться. Далее. Был еще пробник, но я его, наверное, так вот по-быстрому покажу. Нет, даже, наверное, показывать не буду, потому что, скорее всего, я даже не помню, что это. Да, не помню, какой даже. Была пилочка, шлифовка для ножек. Она двухсторонняя. Вот с этой стороны вроде покрупнее, а тут такая помелче полировочка больше. Ну и последнее, это брошь. Брошь, по-моему, являлась новинкой. Она идет от розовой ленточки. То, что идет по программе розовая лента, она не имеет скидки. Но эта программа не имеет скидки, потому что она благотворительная. Все деньги идут на благотворительность. Посмотрите, какое чудо. Так, вот. Ой, как вам показать? Ну, давайте достану, покажу. Вот так. Хотела на белом фоне. Ну, бесподобно. Брошь смотрится очень-очень красиво. Такие нежные цветы. Вот такие вот нежные-нежные красивые цветы. На пальто, на берете, на шарф можно заколоть. Палантин. Ну, каждый решает сам, конечно, что я тут перечисляю, умничаю. Конечно, каждая женщина знает, куда можно приколоть брошь, чтобы это было красиво и ей шло. Вот. Вот такая была красивая брошь. Я рада, что она через мои руки прошла. По крайней мере, я смогла на нее наглядеться. Как я уже показала, вот такие необычные были каталоги. Очень яркие, позитивные, красивые. Вот интересно, сколько вот эти ароматы стоят тут в каталоге. 1500. А по фокусу к 14-му каталогу 990. И 5 пробников идет к аромату. То есть смотрите сами, как вам выгоднее брать там, либо брать
тут. Красиво, наверное, вот эта вот крышка самая красивая в оформлении. Вот так красиво смотрится. Ну, полистаем, наверное, сегодня вечерком мы полистаем этот каталог. Наверное, я его загружу уже к ночи. Было вот такое предложение, о нем я расскажу тоже уже, когда буду листать каталог. Небывалые предложения, это все к этому же. Выгодно размещать второй заказ по каталогу. И тогда вот эта вот лимитированная версия Little Black Dress будет у вас. Также пришел фокус 15-му каталогу. Ну и, конечно, распродажа товаров. Все это мы дело полистаем, пока я загружу эти покупки. И позднее вечером обязательно сниму каталог. Самое интересное. Небольшой, но интересный, как мне кажется, был заказ. Мне было интересно вот эта брошь, был интересен зонт. Надеюсь, вам тоже это было интересно. Ну и также вот аромат. Единственное, не стала я его ярко описывать, потому что, как я сказала, это дело неблагодарное. У каждого свой вкус и свое восприятие. А так все. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых роликов.